Ну, фильм «Гамолот», что мне больше всего понравилось и произвело впечатление, это, ну, я объективно говорю, это игра Аркадия Давидовича. Он настолько превзошел самого себя, что даже не верится, что это в состоянии сделать простое время. Но на меня произвело впечатление Ступин. Вот, он своеобразный артист. Я жалею, что он мало исполнял свои роки. Надо было бы ему больше. Ну, а вообще, то, что я скажу, вам покажется странным. Дело в том, что этот фильм произвел самое большое впечатление на таких метров, как Александр Сокуров и на этого Кончаловского, Михалкова-Кончаловского, Звягинцева, на старшего и младшего Германа, на Шпильберга, ну, практически на всех гениальных, так называемых гениальных режиссеров. Они встретили в штыки этот фильм, считая, что он как бы подкапывается под них. То есть то, что они создали, это было прекрасно и восхитительно для 20 века. Но мы живем в 21 веке. А такие люди, как я и создатель этого фильма, и Ступин, мы живем уже в 22 веке. И вот они это поняли и встретили в штыки. Дело дошло до того, что они написали письмо с требованием запретить этот фильм. Там 500, письмо 500. Вот. И вот я вам назвал те имена, главные, там и Михалковы, дядя Степа, и Михалкова старший, младший, и даже эти родственники, все они подписали с требованием, чтобы этот фильм не показывали на больших экранах. Вот как исключение сделали, что здесь всего 40 человек вмещает, и поэтому вот разрешили. Но с другой стороны, все прогрессивные силы в России и во всем мире, в том числе и там, где непрогрессивные, они все сплотились и написали тоже письмо, примерно 500, с требованием пустить этот фильм и дать ему премию «Оскара», потом это «Пальмовую ветвь» и, конечно, Нобелевскую премию. Но насчет Нобелевской премии вы сами понимаете, что 3 миллиона, там три претендента, это я, Валентина Золотых, которая оформляла этот фильм, и дочка ее, Анюта Золотых. И вот эти деньги, если мы получим, то мы, конечно, себя, конечно, не обидим, но кое-что и вам перепадет. Вот, символически, конечно. Ну вот то, что я могу сказать про этот фильм. Я думаю, почему они вот все всполошились и устроили вот эти письма и другие подковерные борьбы. Дело в том, что многие фильмы, которые входят в 100 лучших фильмов, как раз принадлежат Сокурову и другим. И они боятся, что этот фильм «Гомункул», а мы еще работаем над фильмом, где главный герой Аркадий Давидович и его подвижники и другие, они получат тоже премии и потеснят их, то есть выкинут из этой сотни. Ну, примерно, что я хотел сказать.